Всем привет, друзья! С вами вновь Александр, и сегодня я вам расскажу о на текущий момент самом продаваемом практически кресле от компании Cybex в магазине мир автокресел. Это кресло называется Solution MFX SL. Она интересна тем, что за вот эти деньги, что она сейчас продается, мы получаем практически максимальный уровень безопасности, немецкую компанию. И достаточно удобное кресло с нормальными материалами. Ну, это Cybex, что об этом говорить. Это действительно очень крутой бренд на рынке и один из лидеров вообще в принципе. И ссылочку на него я добавлю в описании. Вас приятно удивит цена. У нее очень хорошие краш-тесты по безопасности. Действительно, вот практически топчик по безопасности за абсолютно вменяемые деньги. Вот оно, собственно, перед вами это кресло. Напомню, технические ее характеристики. Это категория 2-3 с 15 кг до 36 кг. Простым языком приблизительно метр роста. Все, дальше мы можем использовать это кресло. Что оно из себя вообще представляет, давайте сегодня посмотрим. Тактильные ощущения сразу скажу вам по поводу материалов. Материалы в Cybex не самые выдающиеся, конечно, но достаточно приятные тактильно. У них есть вообще еще в линейке своих кресел есть версии премиум, плюсы там с более дорогими материалами. Но вот в этой цене, к сожалению, мы таких материалов не получим. Здесь нормальная, добротная, приятная тактильная ткань, достаточно мягкие материалы. Все используются, мягкая спинка, достаточно мягкая. Причем действительно ход сантиметра два у подушки. Обычно, ну чаще, скажем так, не обычно, а кресло бывает пожестче. Здесь же с посадкой действительно все в порядке. Давайте покажу быстренько, как здесь пристегивается ребенок. Здесь без всяких головников посадили ребенка. Если вдруг у вас нет изофикса в автомобиле, крепим, вот как я сейчас покажу. Кресло пристегивается вместе с ребенком. Вот так это происходит. Ремень обязательно важный момент. Смотрите, ремень идет в подголовнике, нижний под подлокотником, а здесь оба идут под подлокотником. Нельзя, чтобы верхний ремень вылез сюда, потому что он сразу сдвинется к горлу. Это очень опасно. За этим следите. Все. Собственно, вот таким образом у нас пристегивается ребенок в автомобиле, и если нет изофикса, соответственно, вся установка происходит таким образом. Если же у нас есть изофикс в автомобиле, это у нас такой приятный бонус. Это не вот прям пропасть с изофиксом и без, в 2-3 категории он не так эффективен, как в первой. Изофикс высовываем, нажимаем кнопочку, он освободился, поворачиваем. Смотрите, он у нас под любой угол, можно его нагнуть. Автомобили разные, изофикс находится под разным углом. Соответственно, пристегиваем. Давайте сразу о комфорте поговорим в плане регулировки спинки. Здесь свободный ход спинки. Тут у нас демо кресло, оно почти 90 градусов, поэтому здесь я вам не покажу какой-нибудь там ход спинки полноценно в пристегнутом состоянии, я вам покажу без этого. В общем, спинка примет положение вашего автомобильного сидения, насколько это возможно. Соответственно, вот таким образом у нас здесь регулируется наклон. Нет отдельной там кнопочки, еще чего-то. Здесь максимум, что можно, изофикс имеет у нас свободный ход небольшой. Вот видите, если я задвину, спинка чуть больше поднимается. Если, например, сиденье у вас чуть больше наклонено в автомобиле, и мы выезжаем, будет еще чуть больше наклон. Поэтому здесь напрямую зависит от автомобиля, в первую очередь. Если даже у вас в автомобиле спинка регулируется, вам повезло, можно чуть-чуть больше наклонить. Что касается безопасности, я уже вам сказал, здесь все классно. Есть дополнительная боковая защита. В общем, это по сути как вот в топовых моделях, все в принципе практически идентично. Единственное, мы потеряли в версии SL регулировку по глубине, в старших версиях в Z, например, серии регулируется по глубине подголовник, здесь не регулируется. LSP-система в старших моделях, в тех, что подороже, скажем так, ее нужно отдельно активировать. А здесь все уже сразу в рабочем состоянии. Ну, в принципе, на мой взгляд, это все фигня. И так прекрасно можно ездить. Подголовник сразу в максимально опущенном положении находится, как вот в Z-ке максимум задвинете. Здесь уже сразу будет так. Нельзя его чуть больше выдвинуть. Но это ерунда, мне кажется. За этот прайс действительно ощутимо дешевле старших братьев своих.
короче говоря, безопасность, качество и прайс, ну, действительно, соотношение просто нереальное. Поэтому, не знаю, очень хороший вариант. От Isofix отстегивается очень просто, кнопочками. Задвигаем обратно, если он нам не нужен. Кстати, технически здесь есть возможность, если я на излом пущу, спинка отстегнется и останется у нас бустер. Можно будет использовать бустер, но крайне не рекомендую вообще, в принципе, когда-либо бустером пользоваться. Он никакой безопасности за собой не несет. Никакого каркаса вокруг ребенка нет. Он просто поднимает его повыше. Если нам ребенок маленького роста, чтобы ремень был на плече. Вот, собственно, и вся работа бустера, ну и полиция, чтобы вас не трогала. Собственно, вот и весь расклад. Так, что касается ухода за материалом этим, здесь можно снять все, постирать, здесь все можно достать, все аккуратненько потом завернете, поставите. Если сняли, стирать нужно не больше 30 градусов, потому что если вы больше постираете, чем 30 градусов, материал сядет, и вы потом обратно его не оденете никаким образом. Это прям головняк приобретете себе. Его отдельно, вот этот материал, не купить практически. Это сложно сделать. Поэтому имейте в виду, стирайте лучше вручную, аккуратненько постирайте в тазичке тепленькой водичкой. Все. И проблем, соответственно, никаких знать не будете. Собственно, это все, что я по креслу хотел рассказать. В двух словах. Надо бежать и брать. Если хотите взять максимальный уровень безопасности за максимально небольшую цену, учитывая бренд, уровень безопасности, системы, которые здесь использованы, технологии, каркас, это дешево. На самом деле это недорогое предложение с очень хорошим уровнем безопасности и все остальное. Поэтому я крайне рекомендую обратить на нее внимание. Напомню, ссылка в описании, внизу есть на Мир Автокресел. Звоните, заказывайте. На самом деле их часто, очередь выставляется за этими креслами, потому что если решили, если нет, предзаказы оставляйте, довезут, привезут, достанется вам кресло. Вот, собственно, и все. Если обзор вам был полезен, интересен, что-то вы для себя подчеркнули в этом обзоре, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик не забываем нажать, чтобы вы увидели уведомления о выходе новых обзоров. Ну и, собственно, хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка хочу вам пожелать. И всего доброго, до свидания.